Я на работу устроился, что за пойти по колл-центру. Все по-взрослому, платят оклад плюс проценты. И для труда все условия созданы. Нормальная, стабильная контора, крупная, федеральная. По телефону продаю кабельное и нет. С IP-телефонией радости полный пакет. И чувствую, скоро пополнится мой карман. После того, как выполню весь свой месячный план. Обучение и вся тому подобная херня. Вот он тот момент, когда звонить посадили меня. Все, сейчас попрет, я реально несказанно рад. Амбициозный манагер, нацеленный на результат. Добрый день, это компания Телеком. Говорить удобно вам? Нет, я с вами не знаком. Мы подключаем НЭТ и кабельное за десятку. Пошли вы нахуй, не звоните мне больше, ребятки. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. The subscriber is not available now. Please hold back. Центр телефонных продаж, мир и будет наш. 5 заявок в день, и ты реальный персонаж. Нулевым полевой контроль. И не пиздеть, где заявки, блять, и сколько можно все это терпеть. Центр телефонных продаж, мир и будет наш. 5 заявок в день, и ты реальный персонаж. Нулевым полевой контроль. И не пиздеть, где заявки, блять, и сколько можно все это терпеть. Проебался полдня, набирая номера. Одни пенсионеры, конкуренты звонили вчера. Начальство начинает ругаться, мол, нету результата. А меня в очередной раз далеко послали с матом. Но не могу я интернет продать, сука. Бабушки, что без компьютера и ноутбука. Они все либо ебанутые, либо чересчур хитрые. На кабельные нет денег, но хватает на цифру. Выслушал жалобу лютую про соседа сверху. Как отключает он воду, блять, было не до смеха. Один старик мне обещал, что как умрет потом, будет прилетать по ночам именно в мой дом. Где заявки, Саша? Там старые мразоты. Не выявил потребности и не доработал. Вера в себя, вера в продукт, вера в компанию. Светлое будущее, шагаем с пакетом в кармане. Центр телефонных продаж, мир и будет наш. 5 заявок в день, и ты реальный персонаж. Нулевым полевой контроль. И не пиздеть, где заявки, блять, и сколько можно все это терпеть. Центр телефонных продаж, мир и будет наш. 5 заявок в день, и ты реальный персонаж. Нулевым полевой контроль. И не пиздеть, где заявки, блять, и сколько можно все это терпеть.